Областной открытый турнир по боксу среди юниоров стартовал в Кармакшинском районе. Традиционное первенство посвящено памяти спортсмена Ерлана Насамбаева. Ерлан Насамбаев родился в 1989 году. С ранних лет занимался спортом. Был чемпионом страны, победителем ряда международных турниров. От него ждали новых больших побед, но он ушел из жизни в 19 лет. В районе помнят его, чтят память. Друзья, родные, тренеры ежегодно организуют турнир памяти Ерлана Насамбаева. Первенство за эти годы стало хорошей площадкой для оттачивания мастерства юных боксеров. В этом году турнир собрал 200 спортсменов со всей области. Желаю им удачи на ринге. В 7-м областном первенстве приняли участие 16 команд. 200 юных спортсменов 2008-2009 годов рождения оспаривали звание сильнейших в 17 весовых категориях. Ерлан пришел в бокс на 2 года позже сверстников. Обычно в 4-м классе приходит. Он в 6-м пришел. Но он сразу бросился в глаза своим упорством, трудолюбием, любовью к боксу и смекалкой. И вскоре уже стал первым номером. Он всегда был на голову выше своих соперников. Всегда побеждал. Был надежным, поэтому друзья его помнят. Никогда не унывал, всегда был уверен в себе. Ерлан был старшим из детей. Первый тренер сына сам его пригласил в секцию. Он показывал хорошие результаты. Поступил на учебу в Алматы. Стал чемпионом этого города. Было немало и других побед. Был очень открытым. У него было много друзей. Всегда был готов помочь им. Помогал родным. Я даже удивлялся, как такой добрый. Он побеждает на ринге. Хорошо учился. Традиционный турнир уже прочно вошел в спортивный календарь региона и имеет признание одного из сильнейших. Итоги первенства будут подведены 24 октября. Галымжан Жумназар, Даулет Сагыт, Бугимбай Басилов, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.